Махачкала может повзрослеть на 1000 лет. История города, по официальным данным, начинается с далекого 1844 года. Именно тогда было заложено укрепление Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I. Получается, что Махачкале 161 год. Однако исследователи Института истории и материальной культуры РАН подозревают, что люди здесь жили много веков назад. С целью провести исследование этого вопроса в Махачкалу прибыла замдиректора института Наталья Соловьева. Она встретилась с руководством города и сообщила, что исследователи составят план, в соответствии с которым поэтапно будут проводить работы. Есть достаточно много темных пятен, неизвестных белых пятен, давайте их называть, да, потому что одно дело летописные источники, другое дело исследования научные. Нам с вами нужно на первом этапе попытаться соединить исторические источники с нашей наукой археологии, потому что только археология в принципе может выявить, были здесь культурные слои предыдущих эпох или не было. Хотя, опять же говорю, ну, у вас в Академии наук есть специалисты, если мы будем работать, я думаю, что имеет смысл работать совместно с вашими специалистами.